ведущий Андрей Шаронов. Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены. Торжественно заявляю, вы на 1/4 юниор-лиги КВН Республики Башкортостан. Ваши аплодисменты, друзья! Забегая вперед, хочу отметить, что сегодня будет просто невероятно смешной вечер. Ну и, впрочем, не будем откладывать в долгий ящик начало нашего прекрасного КВН, а хочется сказать стандартную фразу. Мы начинаем КВН! Хочется также отметить, дорогие друзья, что, во-первых, мы приветствуем вас на 1/4 финала юниор-лиги КВН Республики Башкортостан. Игры проходят под эгидой Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Здесь можно поаплодировать. Сразу внимательно обратите внимание абсолютно на всех участников. Кто-то из них по завершению сегодняшней игры станет уже участником полуфинала, ну а кто-то, к сожалению, покинет и этот рубеж. Но, в принципе, забегать вперед тоже не будем. Представим лишь тех людей, которые будут вершить судьбы наших молодых КВНщиков. Под ваши бурные аплодисменты. А в жюри у нас сегодня следующие прекрасные и замечательные люди. Член молодежной общественной палаты при госсобрании Курултая Республики Башкортостан Дмитрий Каретко. Солист группы «Тимур», участник команды КВН «Уфа», просто отличный парень Рустам Хакимов. Здесь прям много написано, но, собственно, про большого человека должно быть написано много. Член регионального исполкома Общественного народного фронта в Республике Башкортостан, куратор молодежки ОНФ ВРБ Тимур Абдрашитов. Председатель Союза КВН Республики Башкортостан Тимур Тахирович Шайхутдинов. И хочется сразу отметить, это единственный человек, который может себе позволить ходить в костюме Black Star. Двигаемся дальше. Ведущая прогноза погоды на БСТ. Бывшая КВНщица, хотя КВНщиков, в принципе, бывших не бывает. Прекрасная, очаровательная девушка Елизавета Юдина. Еще один прекрасный, замечательный парень, также участник команды КВН «Сборная города Уфа» и просто весельчак по жизни, Дмитрий Хурамшин. Человек, который точно знает, как сегодня завершится игра. Нет, я не о Тимуре Шайхутдинове. Я о бывшем участнике юниор-лиги КВН Республики Башкортостан, а ныне участники битвы экстрасенсов на телеканале ТНТ. Никита Турчин, аплодисменты ему. Собственно, как-то так. Такое у нас сегодня компетентное жюри, абсолютно разное, но, в принципе, это даже к лучшему. С командами мы познакомимся чуть позже. А пока хочется сказать этим ребятам, во-первых, пожелать им удачи, а во-вторых, сказать стандартную для КВН фразу. Ни пуха, ни пера! Чёрту! Поехали! Не знаю, как для вас, друзья, но для меня КВН — это в неком смысле сладкое мероприятие, поэтому сладкий партнер игр — компания «Хлебпром». Торговой марки «Мирель», «Русская Нива». Поаплодируем здесь тоже. В принципе, все протокольные формальности соблюдены. Это значит, что пора бы уже переходить непосредственно к юмору. Вот, собственно, к нему мы прямо сейчас и перейдем. У нас условно сегодняшняя игра разделена на 3 блока. В каждом блоке участвуют в среднем по 5 команд, в первом только 4. По истечении игры наше уважаемое жюри решит, кто же все-таки из этих счастливчиков пройдет в полуфинал. А начнем мы, собственно, с команды, которая представляет интересы школы номер 6 имени Кинешова города Благовещенска. Команда называется «Опять 25». Встретим бурными аплодисментами. Опять
банально. Множество команд выходят с танцем. Короче, нам нужны перемены. Нам нужна революция. Революция. Нам надоели шутки про гробников? Да! Нам надоело, что КВН начинается не вовремя? Да! Нам надоело спать с плюшевыми мишками? Да! Ой, ребята, простите, это личное. И что вы собираетесь поменять? Мы покажем КВН с конца. Ого! Давайте! А с вами была команда КВН «Опять 25». Я на танцполе взорвусь! Бау! Наверное, у каждого человека есть друг Пепси-Кола. Прикиньте, на прошлой игре Шаронов над Глазковым прикольнулся и говорит: «Зашквар в КВНе — это ты!» Может, закройте эту крышку? Я на танцполе взорвусь! Бау! Представьте, мальчик, который учится целоваться на яблоке. Надо поле притоптать. Случай на выпускном. Мам, ну может вы потанцую хотя бы? Выпускной же. Нет. Мать за тебя целых 5000 давала. А ты съел только булочку и попил чай. Ты думаешь, что наел на 1000 рублей или на 5? Ешь давай! А я пока отцу соберу. Я на танцполе взорвусь! Бау! У многих из нас старший брат служил в армии. Давайте представим случай на стрелке. Деньги гони. Какое бабло? У меня тут брат в армии служил. Кирилл! Ты что делаешь? А меня только этому в армии учили. Надо поле притоптать. А мы такие дружные, прям как 5 пальцев на руке. Это палец-предатель. Кто это сделал? Put your motherfucking hands in the sky! Шесть пальцев. Ребята, а вы знали, что у вас большой палец волшебный? Нет. Сейчас покажу. Надо поле притоптать. А бывший участник нашей команды Никита Турчин теперь в жюри. Никита, ты достал? Достал. А Никита Турчин достал нам самый заветный ключ в полуфинал. Тимур Шайхудинов. Это ключи от вашего автомобиля. А теперь вам решать, пройдем ли мы в полуфинал, или вы до Сипайлова пешком пойдете. Я на танцполе взорвусь! Бау! А мы начинаем сезон. Команда КВН «Опять 25». Привет! О-о-о-о!
Я вообще ничего не понял, но, по-моему, было классно. Вы согласны? Аплодисменты, друзья. Что-то прям промелькало, насмешило и убежало. Так же здорово, в общем, замечательно. Двигаемся дальше. Хочется отметить, что много сегодня будет команд, которые приехали к нам издалека, а мы, уфимцы, как вы знаете, очень гостеприимный народ. Поэтому давайте всех, кто приезжает издалека, да и своих тоже громкими аплодисментами встречать. Договорились? Отлично. Вот именно на следующей команде мы сейчас и потренируемся. Село Магинск, Карайдельский район. Команда КВН «Слэш». Встретим! Rags. На сцене ГДК мы в первый раз, поэтому давайте сразу познакомимся. Итак, это Катя, гланды нашей команды. Она любит шаурму и корейцев, и поэтому мечтает выйти замуж за корейца, который каждый день будет готовить ей шаурму. Нет, неправда. Я не Катя. Я императрица Синьо Бона Элиса Шеллен, Вусам Екатерина II, Тайлер Великая. Ясно, все равно в ЭГУ поступать. Маша, которая думает, что она гланды нашей команды. Эта песня посвящается вам, красавчик. Хакимов Рустам, Малайка молодой, все хотят дуэтом спеть с тобой. Только по-башкирски петь я бельмию, поэтому одна пою. Ну как, я же не хуже Кати спела. Да-да, Маша, продолжай жить в своем мире. А это Юра и Денис, наша сильная сторона. Это ты чё, про нас, что ли? Ну да. А это Лиля, капитан нашей команды. Она очень жесткая снаружи, но очень мягкая внутри. Ну да, Лиля? Я же брауни. Ребят, я на гостинке такую шавуху увидел! Она какая большая! Побежали, купим ее, побежали! Команда КВН «Слэш». Дураками были. Сейчас исправимся. Let's go! А сейчас мы вам покажем, как спастись при зомби-апокалипсисе. Милая, что случилось? Меня уродиной назвали! Ты же у меня самая красивая! Да? Да! Жаль, что ты у меня урод! Let's go! Друг, который не умеет здороваться. О, здорово! Как дела? Да пойдет. У меня. Let's go! Парень с девушкой в меге. Денис, смотри, себе новую помаду купила. Ну, Юра, ты дурак. Самый неудачный шпионаж. Сейчас идет опасная слежка за первым парнем на селе. Вон он стоит, не смотри туда. Мне нужно взглянуть на него поближе. Вкусно! Что? Шампунь у тебя вкусный, что это? Бабушка, заткнись! Тихо! Он что-то заподозрил! Мама! Тихо! Ты завалишь всю операцию! Дуры! Как думаешь, он что-нибудь заметил? Нет! Тогда продолжаем следующий! Давай!
Let's go! С вами была команда КВН Слэш. Спасибо за внимание. Вот так вот неожиданно. А команда Слэш, поаплодируем им еще разочек. Они этого заслужили. Ну что ж, друзья, двигаемся дальше. У нас ровный экватор первого блока уже прошел. Это значит, что мы приглашаем сюда школу номер 159 из города Уфа. Воу-воу-воу-воу, какая группа поддержки хорошая. Надеюсь, что также будете поддерживать свою команду и дальше. Конфиденциальность! Встретим! А в 159-й школе стало так много команд КВН, что мы чувствуем себя большой магией! Всем привет! С вами команда КВН «Конфиденциальность», и мы не боимся вылететь. Ведь если мы не пройдем в полуфинал, когда город уснет, одна команда покинет игру, и нас доберут. Ну, не всегда же молодую гвардию добирать. Так, Родион, тихо! А то сейчас опять этот брат Ким Чен Ына выйдет! Самый-самый-самый человек дорогой, самый нежный, самый родной. Так, ребят, я не понял, что за бред вы несете? Родион, посмотри на эти лица, какая из них мафия? Я, конечно, понимаю, Радмир, да, посмотрел фильм «Крестный отец» 29 раз, но ничего, вывозит же. И что в этом ненормального, Булат? Ненормально, Радмир, то, что ты после «Крестного отца» на Ворониных подсел. Так, Булат, если ты будешь продолжать это, то я скажу всем, что ты носишь колготки. Какие колготки? Это же подштанники. Ну не бывает капроновых подштанников. Все с тобой понятно, Радмир. Родион, зачем ты в команду позвал брата? Вообще-то, чтобы быть хорошей командой в 159-й школе, обязательно в команде должны быть братья. Не наезжай на ребят, они ведь все умные парни. Да, кстати, Севиль, а у тебя сокращенное имя Сева или Виль? Придурок. Так, придурок, это же длиннее. Идиот! Вот так нормально. Ага, умные люди, да? Слушай, это, Биг Мак, сам ты что приготовил? Севиль, объяви. Учитель. Клиптоман. Так, прозвенел звонок, и он для учителя. Ага, глобус для учителя, мел для учителя. О, сотка с классного фонда, тоже для учителя. Да, Марья Ивановна? Булат, у нас же нет в школе Марьи Ивановны. Севиль, это для того, чтобы жюри подумало, что мы смелые ребята. Встали на место и не мешайте хорошей команде показывать свои миниатюры. Это что получается? Камызяки приехали? С вами команда КВН «Конфиденциальность», и мы начинаем. Те, у кого есть младшие братья и сестры, поймут случай утром. Ну, Родион, ну пошли, а! Не хочу! Ну, хочешь, я тебе шоколадку куплю? Не хочу! Ну, хочешь, я тебе сок куплю? Не хочу! Ну, давай пиццу куплю! Тоже не хочу! Да что ты хочешь-то? Хочу, чтобы ты в школу опадал! В сказке «Три поросенка» что-то пошло не так. Нав-нав, слишком много знал. Представьте, забывчивый байкер. Ты хлеб купил? Типичные проблемы подростков. Здравствуйте. Меня постоянно в школе обижают. Со мной девушки на уроках не садятся. Вообще, меня пытались в туалете утопить. Вот видите, у меня
ноги мокрые. А ты им что? Да я терплю. Да ты чё? Да я бы им... Ща! Да-да! Держи молоток. А вы точно школьный психолог? Не, я трудовик, просто на две ставки работаю. Давайте представим. Ну, очень плохие переводчики. Hello! Hello, it's me! In my rotten mare! Ooh, Barbara Streisand! Oh, you my heart, you my tail! Shape of you, Upkelemek! Oh, despacito! А я ж на немецком! American boy! Ну а наше выступление подходит к концу. И сегодня мы точно пройдем в полуфинал. Родион, ты с чего взял-то? Ну мне это Никита Турчин сказал. Да ну, это, наверное, потому что он экстрасенс. Нет, это потому что он единственный, с кем я за косарь договорился. Команда КВН «Конфиденциальность». Не раскрываем свои секреты. Спасибо за внимание. Good, good. Аплодисменты команде. У меня, собственно, назрел всего лишь один вопрос. Как это не бывает капроновых подштанников? А Рустик Хакимов сейчас в чем? Прости, брат. Двигаемся дальше, друзья. На сцене сейчас прямо будут две школы. Это школа номер 29 и номер 84 из города Уфа. Мы их встретим бурными аплодисментами. Название у них такое, с колоритом. Бетэш, аплодисменты. Опять троллите, да? Ну нормально, вчера повеселились, но... Да, нормально, пока ты со своей компанией не пришел. Да нормальная компания, ну... Братан, мама и Монополия не самая лучшая компания. Ты нам больше не нужен, у нас есть Марат. Ну ладно, я уйду, но только запомните, я не вернусь, потому что я не птица, и только птица сможет возвратиться. Марат, давай, жги! Сипаловским посвящается! Вместе весело шагать по простору, и в Макафте я работаю недолго. Вам, кстати, фары не протереть, нет? Так, стоп! Марат, Тимур, возвращайся! Забирай Марата и уходи. Нет, я не уйду, пока не задам один вопрос. Какой? А у такой дамочки есть мужчина? Вообще-то есть. Ты-то куда лезешь? Ладно, курочки в Киевсе тоже сначала сопротивлялись. Хороший подкат, братан, с тобой мы точно сработаемся. Вот вы вообще что из себя возомнили? Сейчас я вам назову фамилию настоящего мужчины. Шарона. Каретка, Шарона, Каретка, Шарона, Каретка, Хакимов. А это кто вообще такой? Тимур, это солист группы Тимур. Хакимов, Хакимов, болезнь что ли такая? Посмотри, у меня там Хакимов нигде не вылез. Тимур, ты больной? Он вообще-то в жюри сидит. Не, все равно не понял. Пальцем покажи. Тимур! Я что ли вина, что никого попало в жюри сажают? Вот смотри. Вот сама смотри, да? Неизвестный человек, мальчик-гадалка, неизвестный человек. Здравствуйте, Тимур Шайхутдинов. Неизвестный человек, почти известный человек. Так, все, встали. Так.
Так, ребят, ну у нас с Эльнуром вообще слов нет. Дайте нам сказать уже. Мальчик, который не подготовился к экзамену в музыкальной школе. Давай. До. Да. Ра. Что? Ра. Еще раз. Ра. 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 Ра-ра-ра. Чик нулевых по чекану. Молодец, Фейс, 5. Я не Фейс. А как вас с жизнью обиженных людей-то отличить, а? Ребят, встали. С вами команда КВН-БТЭШ. И мы начинаем. Сердце открой. А у каждого был такой учитель русского языка и литературы. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь. Друг, ребят, что стоите, ингалятор принесите. Зая, от того, что знаю, у тебя другая зая, а я запасная. Чё-чё, миниатюра, чё? Алло. Алло, привет, я понял, что я был неправ. И чё? Ну, хоть как дела у тебя, скажи. Ничего. Ну, давай сходим куда-нибудь. Еще чё? Ладно, пока тогда. Так, стоп. А чё? Ладно, я согласна. И чё? Ты чё? Ты чё не понимаешь, что ты не попал в хит-парад моих мыслей? Грёбаный Тарас. Ты не попал в хит-парад моих мыслей, не бросала. Брат за брата, за основу взято. На! Эй! На, вы что делаете? Ну-ка разош... Братан, давай, иди, сейчас разберусь. Ну что, пацаны? Давайте по почкам только не бейте. Мы что, по-твоему, дебилы, что ли? Не, братан, так нельзя. Мы окончательно скатились. Нужно что-то менять в этой жизни. Ну, давай. Вот так лучше. На! От того, что знаю, у тебя другая зая, а я запасная. Итак, давайте представим Ксения Собчак в предвыборном туре. Итак, Ксения, какой город вы выбираете следующим? Москва, Саратов или Уфа? Так, в Москве была Саратов, не то Уфа-Уфа. Хорошо, запишу конгресс-холл. Какой конгресс-холл? Ипподром Акбузат! Ладно, вы кого-нибудь с собой берете? Премьер-министра и министра финансов. Хорошо, значит, Вячеслава Ибузова тоже запишу. Им что-нибудь нужно? Ну, пусть вы, пожалуйста, фанеру подготовьте. А Вячеславу деньги не доверяете? Почему? Он же министр по финансам. Он их сожрет. Хорошо. А какова цель вашего визита в Уфу? Да так, кайфануть. Я против всех. Мы против всех. Зая, от того, что знаю, у тебя другая зая, а я запасная. Так, ребят, у меня есть топовая музыка на концовочку. Аудиопикап.ру представляет уроки соблазнения и пикапа. Долбанный айфон на андроиде, блин. Кстати, пикап, Эльвин, почему ты меня постоянно отшиваешь? Ну потому что мне нравятся сильные, умные, голубоглазые Шаронов. С вами Кам... И я! Эльвин! Парень сломал! Ну вот, я же говорил, что и ты сломаешься. Так, все, песня. Стою один на сцене, справа еще 6. Так, все, давайте вместе. Снова на сцене мы! Остались все враги! Что? Много собралось ребят. Посмотри в глаза, они же ярко, как огонь горят. Я пришел в команду и спросил, ну что они творят. Город все ответили, ну это же не отка, брат. Я ничего не понял и спросил свои ключи в кармане. Получил ответ, спросил. Оп! Оп! А наше выступление было таким же, как выступление Никиты Турчина
битве экстрасенсов. Такое же мощное? Короткое. С вами была команда Квен Бетэш. Спасибо! Аплодисменты, друзья, команда Квен Бетэш. Собственно, торжественно заявляю, первый блок подошел к концу, и мы на данной сцене хотим увидеть все юмористические коллективы. Просим вас под аплодисменты. Ну что ж, команды первого блока уже на сцене. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас посмотрим на оценки. Оценки, которые поставила наша высокопочтенная жюри. Собственно, начнем по протоколу. Кто был... Да, поехали. Тимур, что ты показываешь? Все хорошо? Нормально, ты манипулируешь людьми. Первые на данной сцене начинали команда КВН «Опять 25». Их оценки? Три четверки, четыре пятерки. Хорошо. Двигаемся дальше, друзья. Слэш. Их оценки. Все судьи 4 балла ровно. Далее на данной сцене была команда КВН «Конфиденциальность». И они набирают в своем активе 4 пятерки, 3 четверки. Двигаемся дальше. Завершали первый блок 1/4 финала юниор-лиги КВН. Команда КВН «Бетэш», их оценки. Две пятерки, остальные четверки. Вот такие вот у нас средние баллы получились на данном этапе. Ну а кто, собственно, пройдет дальше, мы узнаем в конце игры или как? Да, в конце игры. Хочется лишь отметить баллы, которые в среднем набрали наши команды. Опять 25, 4,5 балла. Аплодисменты. Впрочем, пусть интрига повисит в воздухе, все баллы мы скажем в конце. Вот так я заинтриговал, а что, почему бы и нет. Двигаемся дальше, друзья. Тимур, что ты показываешь, я тебя не понимаю. Сразу скажи, и все. Извините. Кто прошел? Ну, две команды, имею в виду. Да, я тогда скажу, что Слэш в своем активе набрали 4 балла ровно. БТС 4,2 балла. Ну, а, собственно, две команды, которые прошли, в своем активе набрали 4,5 балла. Это команда «Конфиденциальность» и опять 25. Вот такие результаты. Хорошо, с этим разобрались. Мы вас проводим за кулисы, а в конце игры вновь ждем здесь, на нашей сцене. Поаплодируем командам первого блока, друзья. Хорошо, двигаемся дальше, друзья. Начинаем второй блок нашей игры. Второй блок нашей игры начинается с команды не совсем школьной. Дело в том, что они представляют Баймед, сборная Уфимского медицинского колледжа. Встретим их громкими аплодисментами! Что, не азер? Я тебя сломаю, внутри. Эй! 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 А ты чего? Что она подкатывает ко мне? Может, хватит уже, а? Вот вы вдвоем уже вот тут вот у нас сидите. Эй, тебе вообще слово элегантность о чем-нибудь говорит?
Братан, толерантность. Мерси, месье. Бон аппетит. Давайте начнем уже. Перед вами команда КВН «Бомет». Поднимем температуру в этом зале. Всем известный стереотип. Еврейская дуэль. Давай еще! Еще! Пойду на металлолом сдам. Представим случай в кавказской аптеке. Успокоительное есть у тебя успокоительное? Тебе быстродействующего? Да! От души, братан, как рукой сняло. Местный воспитанник пытается пробиться в основу футбольной команды «Анжи». Тренер, выпусти по-братски. Нет. Я девушке билет купил, дай да выйду, попонтуюсь. Нет. Эй, дай хотя бы как врач выбегу. Нет. Эй, я тебе клянусь, если ты меня выпустишь, я даже мяч не трону. Тебе напомнишь, что ты сделал в прошлой игре? Хэт-трик. Три красные карточки – это не хэт-трик. Это во-первых. Во-вторых, что ты вообще забыл в женском составе, а? Представим. Кавказская беседа. Салам алейкум, братан. Ва алейкум салам. Видел, ты новую тачку купил, приору? Да, братуха, я на вулкане играю. И что, реально много поднимаешь, что ли? Ну, у меня беха была. Ну, я его продал, пока долги раздавал, на приоре еле хватило. Ой, брат, сочувствуй. Подожди, братух, посочувствуй по-братски. 10-15 тысяч по-братски. Ты морози, что ли, отойди от меня. Ну, просто необычная ситуация в семье. Мама, привет. Привет. Мам, где моя собака? Я не знаю, как тебе это сказать. Ну, Мама, я любил эту собаку. Да я тоже, но просто тут такая неловкость. Мама, где моя собака? Да вон она на пианино играет. Забери ты ее уже, блин, а заколебала. Слушай, Магомед, а что ты сделаешь, если увидишь человека, которому очень плохо? Ну как что, как меня учили? Поздороваюсь, вымою руки, надену стерильные перчатки, установлю доверительные отношения. Потом... Магомед, долго! Эй, что ты меня перебиваешь? Сейчас опять заново начинать из-за тебя. Так, вымою руки, надену стерильные перчатки, установлю доверительные отношения. А перед вами была команда... А потом я сделаю ему искусственное дыхание. Да, Магомед, поздно! Скорая помощь уже приехала! А перед вами была команда КВН «Бомет». Здоровых людей нет, есть недообследованные. Ну вы держитесь там, мы с вами. Спасибо. Сладкие мои, если выступление было по кайфу, поаплодисментируйте немножко, пожалуйста. Вот так акцент сам просится прям после такой колоритной команды. Тем временем мы с вами двигаемся дальше. Команда приехала к нам издалека, из славного города Белорец, который славится своей природой. Надеюсь, что и юмором тоже. Сейчас узнаем. Четыре перца. Встретим громкими аплодисментами. А так как в уфимском КВН нет темы игры, мы решили ее сделать сами. Лёнь, не сиди, грыжу
кайфует. Да я не про мяч. Юниор не третий год. Юмор с нас уже не прет. Будем делать мы как все. Танцевать теперь в группе. Ладно, ладно, шутим мы. Стал немного пошуметь. Белая на сцене сейчас будет полный расколбас. Какие носы есть шутить. Горбачева тут родить. Этого мы дождались. Хоть еще не родились. Затем угодную зили. В ГДК мы ворвались, ведь 90-е пора, когда были проигра. Привет, Уфа! Друзья, тема игры у нас 90-е. Кто что вообще знает про это время? Я пельмени варил, и они развалились, как Советский Союз в 91-м. Ну ладно, вот хоть Кирюх что-то помнит. А ты что помнишь? У меня кот был, Муфасой звали. И чё? Ну, короче, все дети над мультиком плакали, а я над суровой реальностью. Ой, пацаны, вот вы просто не шарите. Вот я прохавал все 90-е с самых низов. Чё, в 99-м родился? Да-да-да, есть такое. Алло, базар, вокзал! Position number one, отдыхаю устал. Здравствуйте, уважаемые! Тимур, у тебя что за внешний вид? Во-первых, не Тимур, а Тимур Айбулатович. Во-вторых, я у Белорецки смотрящим был. А сейчас что? А сейчас подсматривающий. Тебя хочу. Тимур, мы вообще-то тут КВНом занимаемся, там шутки. О, шутка у меня, короче, есть. В общем, моя мама по карманам любит шариться. Она чё, клептоманка? Да нет, думает то, что я курю. А ты чё? Ну я тоже так думаю, чё. Position number two, тебя хочу. В общем, хотел тут обратиться одному из членов жюри, Никита Турчин. Короче, есть такое пожелание. Денег, дачу и ключей в придачу. Position number two, тебя хочу. О, Андрей. Андрей, Андрюха, Дрюпа. Короче, давай посидим, поговорим. Шучу, не надо. В общем, мы тут с белорецкими коллегами собрали тебе вот на подарок, вот-вот, как говорится. Самый лучший подарок – это уважение, красава. Position number two, тебя хочу. Ну, короче, пацаны, я пошел там за кулисами. Чё, кого? Чё? Кого? Position number two, тебя хочу. Ой, пацаны, тогда давайте лучше покажем нашу фирменную миниатюру, да? Да, давай, я согласен. Кирюх, давай иди готовь, иди вынеси попить, пожалуйста. Ну давай, ну давай. Я, короче, давай миниатюру объявлю. Лень, а ты давай. Давай, как сборная России сейчас, давай, Леня! Они все взрослые, правильно понимают молодежь сейчас. Итак, представим случай во дворе. Я, короче, спиннер купил. Не спиннер, а подшипник. Ты весь вечер флиртовал. Ребята, вы слышали новый трек LG «Рваные джинсы»? О, да. Не рваные джинсы, а клёш. Ты весь вечер флиртовал. Пацаны, видели новый Versus Battle вышел, да? Вот с женой выбрать, какой канал смотреть, вот это Versus Battle. Ты весь вечер флиртовал. И разжег в груди пожар. Ладно, хайпану немножечко. Чё? Хряпну, хряпну. Не забывай наш первый вечер, не забывай моей любви. Ребята, идите все сюда, сюда идите. Что случилось? Киря, а где вода? Ты что не вынес? Ну блин, если бы домой зашел, меня бы загнали. Ну что ты отмазываешься? Да, все, пацаны, все. Вот, я, короче, на антресоле нашел старый гороскоп прямиком из 90-х. И решил вам сделать подарки, связанные с вашими знаками зодиака. Начну с тебя, Тимур. Тимур, вот ты у нас толстый, да, поэтому я тебе подарю весы, вот, даже работают. Угадал? Ну вот, раз угадал. Кирюх, ты следующий. Вот у тебя память, как у рыбки. Вот честное слово, 3 секунды. Какой три секунды? Ой, здесь вообще без вариантов, братан, держи. А мне чё? А ты кто? Овен. Не, ну здесь тебе подарок только после Курбан-байрама будет, ну здесь вообще не обессудь.
заканчиваем. Друзья, а для чего мы все это показали? Просто в 90-х проходила вся молодость наших родителей. И мы очень хотели, чтобы они почувствовали себя молодыми, хоть еще на 5 минут. Команда КВН 4 перца из Белорецка с любовью. Странно, команда вроде из Белорецка, а вид у них как у обычных школьных форм на доке. Давайте поаплодируем им, друзья. Хочется вот обратиться к одному из членов жюри, нашей уважаемой судейской коллегии. Лиза, вот ты видела плащ на Тимуре, да, кожаный? Когда, наверное, ты прогноз погоды ведешь, тебе такие классные не дают. Да, это для знающих. Давайте поаплодируем, друзья, команде. Двигаемся дальше, друзья. В этом блоке у нас 5 творческих коллективов, но прежде чем представить следующую команду, я хочу отметить, что абсолютно всю информацию об играх КВН Республики Башкортостан вы сможете найти на сайте kvnrb.rf. Заходите и смотрите. Двигаемся дальше. Школа номер 159. Вновь город Уфа. Школа 159. Сборная Башкортостана по отдыху. Встретим аплодисментами. Привет, друзья, сегодня в ГТК там будет жесть, СППО на сцене здесь. Игра, тобой финал борьба. Игра, сейчас будет гора. Софи, ты что такое? Да съешь Рамштайн! Успокойся! Вот, ребята, вы мне лучше скажите, что вы будете делать на каникулах? Блин, у меня родители в Абстак уезжают. И где мне теперь жить? Да съешь беженец, я хотел тебе помочь. Эй, ты чё? Да нормально, Арсенчик, всё. Она же немка, она как это, Ангель Меркель, всем хочет помочь. Кстати, Арсенчик, ты знаешь, что в этой команде я самый настоящий манипулятор. В смысле? Ну вот смотри, я сейчас на тебя посмотрю, да, и ты будешь делать то, что я захочу. Ну ладно. Ты, конечно, молодец, но я просил воды. Братан, кто-то опять сбил твои чакры. Ах да, это же тот Никита Турчин, экстрасенс. Ой, малой. Азат, он опять хочет, чтобы я станцевал. Так, Никита, стой! Тебе 17 лет, и ты считаешь то, что это нормальные танцы? Ты бы мог предложить ему что-нибудь нормальное, там, не знаю, дневники вампира посмотреть? Ладно, с тобой все понятно. Давайте я лучше вас познакомлю с Софией. Кстати, мало того, что она знает немецкий и русский, так она еще знает целых 2 инопланетных языка. Тарабарский и шейхутиновский. Итак, София. Шрек. София, спасибо. Теперь можно тарабарском? Ребята, у меня нога трясется. Не знаете, из-за чего? Так это же после того раза. Какого того раза? До того раза. До такого кого раза? До того раза, армянина, который тебя за сценой шокером ударил. Кто-то не размял ногу! Гламур-гламур-гламур-мур-мур. Гламур-гламур-гламур-мур. Кутюр-кутюр-кутюр. Здрасте, я Ильнур Рамильевич, тренер сборной Башкортостана по отдыху. Ильнур Рамильевич, а сборная Башкортостана по отдыху — это мы, да? Нет, это ХК Салават Юлаев. Вы вообще как, тренером стали? Не, ну я ГДК закончил, ой, то есть ГТО, ГТА, ПТУ, о, ПТУ я закончил, вот. Подождите, это как расшифровывается?
Башкирский технический университет. Интересно, интересно. А котик-то вам зачем в руках? Это вообще-то мой талисман. И у меня с ним номер есть. Итак, дорогие друзья, преступление и наказание. Кто надел в мои тапки? А кто надел в мои тапки? Какая осень в лагерях, кидает листья на запретку. Так, народ, вы можете показать, что это... Ты чё мне тут перебиваешь, а? Я просто так вышел, что ли? Мне вообще-то нужно собрать сборную Башкортостана по отдыху. Вот ты кто? Про Рамиль, я уже танцую 6 лет. Ты танцор, да, значит? Да, танцую. Ну, значит, будешь отвечать за движуху, понял? А вот ты кто? Ну, я этот, блогер. Ой, бесполезное существо, встань на место, а! Вот ты кто такая? А я Немка, люблю рок. И что? Я Ильнур Рамилевич, и мой кот мотает срок. Да, надо бы ему вискас в хлебе передать, что ли, а? А, да, ребят, мы же не про это. У нас вообще есть какой-нибудь финальный номер? Есть. Итак, давайте представим. Итак, давайте представим. Сборная Башкортостана по отдыху на соревнованиях. Так, ребята, у нас завтра очень важное соревнование. Вы готовы? Да! Что вы делали сегодня? Отдыхали! Что вы делали вчера? Отдыхали! Молодцы! Что вы делали позавчера? Отдыхали! А, красавцы! А можно поподробнее? А, ну я это, видосы снимал. Красава, ничего не делал, молодец, так держать. А ты? Я битву экстрасенсов смотрел. Да ты вообще нифига не делал, молодец. А вот ты? Я контрольную по алгебре решала. Как ты посмела нарушить наш устав? Вон там, вон диван есть, быстро туда. Два отдыха вне очереди! Арсенчик, Арсенчик, у тебя завтра очень важное соревнование с пандой. Ты вообще знаешь, что она 22 часа в сутки спит? Ты готовишься, нет вообще? Молодец, иди вон там, готовься дальше! Азатик, Азатик, на тебя вся надежда! Ты завтра выступаешь против ленивца! Ха, это который из ледникового периода? Нет, хуже, из Зверополиса! Отлично, отлично! С таким настроем мы точно победим! Ребят, я как тренер торжественно заявляю, взяв в руки секундомер, что сборная Башкортостана по отдыху в полуфинале покажет лучшие результаты. Вот, Софи, что ты молчишь, а? Скажи какие-нибудь умные слова! А знаете, отдых — это тоже искусство. Мы должны выступить так, чтобы вы все отдохнули. Так, всем отдыхать, это приказ! На самом деле, мало кто знает, но сборная Башкортостана по отдыху — это команда КВН Уфа в своем последнем сезоне Премьер-лиги. Давайте поаплодируем ребятам, они молодцы. Двигаемся дальше, друзья. Следующий юмористический коллектив на данной сцене с названием очень прекрасным. Вот, по крайней мере, для меня. Мне кажется, каждый из нас сейчас эти годы переживает. Лучшие годы! Уфа! Встретим их! Сегодня весь ГДК нам будет хлопать громко. Оп, юниорочка, хей, давай веселей. На сцене лучшие годы, будем знакомы. Привет, ГДК. А наши лучшие годы — это когда мы можем одновременно слушать и «Руки вверх», и «Фейса». Подожди, давай я нормально объясню. Наши годы самые лучшие, потому что на твой день рождения папиных друзей больше, чем твоих. Лучшие, потому что на день рождения мамы ты покупаешь подарок на деньги, которые она тебе дала. Но есть же и минусы. А, ну
да. Например, то, что родители отпускают нас за 10, а движуха на телеке только в 11 начинается. Девчат, а вам не кажется, что некоторым командам из Уфы надо перестать танцевать? Петь, говорить в микрофон, создавать музыкальные группы? Собчак на вас нет. На кого? На нас, Камила? Да на тех, кто билеты по 150 рублей продает за 100. Подождите, разве КВН не бесплатный? Еще один. Ты так красивая, перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Здравствуйте, меня зовут Айрат, и я волонтер. Я являюсь волонтером. Я являюсь волонтером Башкирского общественного молодежного демократического движения жизнедеятельности. Сокращенно БАМДЖИ. Прошу не путать с бомжами, это конкурирующая организация. Девчат, никто не хочет сходить бесплатно на башкирский КВН? Нет! Даже бесплатно не хотят. А сейчас хотелось бы обратиться к одному из членов жюри. Никита Турчин, например, такой же волонтер, как и я, но только вместо флажков – ключи. Работает он так же, как и я, бесплатно, но и его так же, как и меня – выгнали с 4-го мероприятия. И что за фигню ты несешь? Не знаю, мне понравилось. Интересно, а каково это встречаться с волонтером? Ой, что там встречаться? Знаешь, как с ним интересно расставаться? Мы с тобой расстаемся. Ты мне надоел. Ну, верни тогда мою футболку. Зачем? Просто я ее смету заложил, мне ее отдавать надо. Ой, иди, а! Тогда верни все мои подарки. Да господи, держи свои 20 кружек с молодой гвардией, мне-то они зачем? Ну тогда, может, вступишь в молодежную организацию? Нет. Ну тогда, может, сходим на 3-й международный фестиваль кроссов? Нет. Тимур Абдрашитов, ваши методы не работают. Ты так красивая, перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Девочки, а все, что все мы рассказываем, о лучших годах. Может, споем? Давай. Лучшие годы в школе проводим, и детские забавы никуда не уходят. Нам по 16, и вроде взрослыми стали. Но все равно детские мультики не забываем смотреть. Ну на 2x2 ты что забыла? В начальной школе мы зажигали на разные кружки. Ходить успевали, танцевальные для девочек. Это просто рай! Настя, ты чего плачешь? Меня родители отдали на курай. Сожалею. Настенька. Собрание в школе – отдельная тема. Многих после этого ждут проблемы. Но лично меня никто не будет ругать. У меня на собрание пошел отец анимать. Старшая школа – это лучшие годы. Из-за экзаменов нету свобод. Но есть один плюс, и все это знают. Если сильно накрасить, иногда и мюзик-холл пропускает. Это было такое. Твои лучшие годы, запомни, дружок, проводи. На их весело, и все будет ок. Для нас, для всех, это лучшее время. Ведь мы лучшие годы проводим в КВНе. Друзья, а почему мы спели именно эту песню? Проводите свои лучшие годы там, где вам нравится. Девочки, а может тогда в ГТК останемся? Я выбираю жить в КАИ. Я выбираю жить в КАИ. На команде «Женская», ой, на команде «Лучшие годы» мы наглядно познакомились с термином «женская логика». Сначала девочки сказали, что лучше не петь, а потом спели. Да, давайте поаплодируем, друзья, этой команде. На секундочку, а у нас, между прочим, завершающая команда во втором блоке.
Команда из славного города Стерлитамак, из лицея, который славится своими КВНовскими традициями, лицей номер один, название команды необычное, Камчатка. Да, мне сказали еще потяни время, спасибо большое, что очень вовремя. Да, хочется отметить, друзья, что сладкий партнер игр, компания «Хлебпром», торговой марки «Мирель», русская Нива, можно поаплодировать. Я понимаю, почему ребята долго готовятся, приехали издалека, подготовка соответствующая, поэтому все проходит именно так. Ну что ж, я думаю, что мы можем уже их встретить. Город Стерлитамак, лицей номер один, команда КВН «Камчатка». Аплодисменты. Камчатка. Ну, вообще-то, это модный танец в стиле вок. Вы совсем ненормальные. Между прочим, мы находимся на границе с Черняковкой. Ну, тогда танец в стиле док. Так, встаньте места! Друзья, сегодня серьезная игра. На кону выход в полуфинал. Роберт, да не переживай ты так. Я знаю, что мы сегодня точно победим. С чего ты взял? Связка ключей подсказала. Никита, здравствуйте. Анатхан, Анатхан. И что ты ему сказал? Это на латыни. Я через него своей прапрабабушке привет передал. Друзья, давайте напомню, это Эрик, наш башкирский идол. И знаете, свою челку он укладывает исключительно на восток. Еще у него настолько большая семья, что дома у него проходит не семейный совет, а собрание крутое. Вообще-то я обиделась. Девушка, вы кто? Ребят, простите, это моя бывшая. Камила, о чем не хочешь поговорить? Нам с тобой не о чем разговаривать. Я уже все решила. Если ты хочешь, чтобы я была твоим ангелом, то построй для меня рай. Эй, козларочка, давай замутим. Отвали, а. Если ты хочешь, чтобы я стал твоей пчелкой, сделай для меня улей. Мой принц! Так, встаньте на места! Вы вообще неадекватные, делайте что хотите. Кстати, я Тагир. Здравствуйте. Запомните меня, пожалуйста, просто у меня слов больше нету. Вот. Ну, была не была. Андрей, можете прочитать, пожалуйста? Андрей Шаронов, лучший ведущий города Уфа. Ну, подача хромает. Знаете, я не буду приглашать вас на свой выпускной. Сам проведу. Так встань на место! Кто вообще позвал в команду эту мямлю? Я не мямля. Это фамилия такая. Я не виноват. Никто не виноват. Виноват лишь тот, кто виноват. Уф, дорогие зрители, ну какие есть. Команда КВН «Камчатка». Да, это мы те самые люди, которые последние приходят на урок и самые первые с него уходят. Ну а мы продолжаем. Go, go, Power Rangers! Наверное, у каждого была такая учительница, которая говорила, я уйду максимум на 5 минут. И так прошло полгода. Так, дети, записываем тему. Мария Николаевна, прошло полгода. Ну нифига себе, под ваш спиннер залипла. На, забери, не отдавай. Внук приехал
поехал в деревню к своей няняйке. Матур, матур, сескеллер. Привет, бабуль. В связи с сокращением башкирского языка в школах в мире становится плохо. Еще одной няняйке. Кавказец пришел сдавать сессию. Итак, сразу же вам вопрос. Вы Достоевского знаете? Нет. Есенина знаете? Нет. Тогда два. Слушай, ты Вазгена знаешь? Нет. Арамчика знаешь? Нет. Ну а тогда что ты меня своими пацанами пугаешь, а? Well, somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in bed. You wear it last year. It's not confidential. У министров тоже есть дети. Они, как и все, учатся в школе. Так давайте же перенесемся к ним на урок. Так, дети, записываем дату. Алло, да. Так, Петров, тебе что, Путин звонит? Перезвоните, он занят. Ну а в конце хотелось бы обратиться к ведущей прогнозу погоды на канале БСТ, а именно к Елизавете из жюри. Вы только нам поставьте нормальные оценки. Тут просто нет таких чисел. Минус 30, плюс 25, Хабаровск. Команда КВН «Камчатка», спасибо. Ну что ж, друзья, команда «Камчатка» заслуживает ваших аплодисментов. Давайте им поаплодируем. Это была завершающая команда во втором блоке нашей сегодняшней игры. И хочется сказать стандартную фразу. Все команды второго блока на сцену. Хочется отметить, что прямо сегодня какой-то КВН имени Никиты Турчина, мне кажется. Может быть, просто не будем выставлять оценки? Никита свяжется с космосом и сам решит, кто там проходит дальше, кто нет? Нет, лучше по старинке, да? Хорошо. Друзья, тогда вновь в порядке выступления по протоколу. Договорились? Начинала второй блок команда сборная Уфимского медицинского колледжа и их баллы за визитную карточку. Одна пятерка, остальные четверки. Хорошо. Двигаемся дальше. Из города Белорецк была делегирована команда «Четыре перца». Две четверки, остальные пятерки. Хорошо, запомнили. Двигаемся дальше, друзья. Сборная Башкортостана по отдыху. Единогласно все судьи 5 баллов ровно. Команда с интересным названием, как я уже говорил, «Лучшие годы», Уфа. Вот так вот, даже вот так. Хорошо, 3 пятерки, 3 четверки, 1 тройка. Что случилось, Никита? Почему так жизнь сложилась? Понятно. Двигаемся дальше. Камчатка, Стерлитамак, лицей номер 1. О! Все судьи 5 баллов ровно. Отлично, друзья. Я думаю, что команды мы пока что... Да. Ага, хорошо. Мы скажем команды, которые проходят напрямую. Это сборная Башкирского, сборная Башкортостана по отдыху, да. И Камчатка, лицей номер 1. Далее в своем активе команда 4 перца набрала 4,7 балла, 4,2 балла у команды «Лучшие годы» и 4,1 балла у сборной Уфимского медицинского колледжа. Возможно, из этого блока кто-то пройдет дальше. Узнаем это мы лишь в конце нашей игры. А пока что давайте поаплодируем командам второго блока и проводим их за кулисы.
Я хочу напомнить, что все игры юниор-лиги КВН Республики Башкортостан проходят под эгидой Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. А также абсолютно всю информацию об играх КВН Республики Башкортостан вы сможете обнаружить на сайте kvnrb.rf. Заходите, смотрите, приходите на КВН. Мы двигаемся дальше, друзья. Финальный третий блок начинает команда, представляющая интересы ПК «Восхода», город Уфа. «Молодая гвардия». Встретим бурными аплодисментами. Встречайте, «Молодая гвардия». 1-4 юниор-лиги. Команда КВН «Молодая гвардия». Встречай! Дай сюда! Бесит, когда ты на курай играешь! И вообще, зачем тебе курай? Вообще-то я истинный башкир! Ты истинный дебил! Я не дебил! Я башкир! Этот курай мне достался от моего прадеда! Мой прадед отдал его моему деду, мой дед отдал его моему отцу, а мой отец отдал его мне. И поэтому я не знаю, куда его деть. Дай мне его сюда. И вообще, убери его пока что. Команда КВН «Молодая гвардия» ГДК, привет! Стоп. Что опять? Ну, уже у режима каретка. Точно. Команда КВН «Молодая гвардия» ГДК, Салям! А мы играем в юниор-лиге уже третий год. Третий год играем в юниор-лиге. У меня такое ощущение, что кроме КВН мы больше ничего и не умеем. Вот ты, например, КВН закончится. Что ты будешь делать? Вообще-то я видеоблогер. Видеоблогер? Конечно. У тебя есть ролики? Конечно, есть. Внимание на экран. Я свинка Пета. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа. Дорогие друзья, по счастливой случайности в жюри сидит настоящий экстрасенс. В честь такого случая хотелось бы задать ему вопрос. Никита, как вы думаете, кто сегодня победит? Ильдар, это надо не у Никиты спрашивать, а у Тимура Шайхудинова. Он в этом вопросе больше экстрасенс. И у него есть тотемное животное. Кто? Андрей Шаронов. Вы что себе позволяете? У вас есть что-нибудь нормальное? Да, у нас есть пулечки миниатюрочки. Итак, давайте представим. Башкир выпил кислый кумыс. Представьте такую ситуацию. Футболист, который не умеет симулировать. Сколько это может продолжаться, Вильдан? Сколько время? Время? Время начинать. Команда КВН «Молодая гвардия». Поехали! Мальчик, который заболел чумой. Чума! Не хочу ждать утра твоей любви и ждать звонка. Итак, давайте представим такую ситуацию. Отец болел сына, что тот парит вейп. Пап, он же электрический. Я знаю, он такой же. Я не хочу ждать. Доярка, которая немножечко ворует. Я не хочу ждать утра твоей любви и ждать звонка. Итак, давайте представим. Классная руководительница пошла со своим классом в поход. Махрида Харипулаевна! Там змея! Змея? Да. Чтобы поймать змею, нужно думать, как змея. Я ж говорю, она та еще гадюка. Я не хочу ждать утра твоей любви и ждать звонка. Случай в криминальном районе.
Полиция! Полиция! Ну вот, а то все менты да менты. Я не хочу ждать утра твоей любви и ждать звонка. Парень-дальтоник чуть не спалился перед своей девушкой. О, Радмир, ты мам-дэм? Слушай, дай красный, пожалуйста. Ну, на. Спасибо. Я не хочу ждать утра твоей любви и ждать звонка. Однажды на уроке литературы. Итак, отвечать к доске у нас пойдет Файзулин Вильдан. Зачитай нам, пожалуйста. Кто-то сказал зачитать? Эшкере! Тебе, тебе не убежать от огня злого рэпа. Ты пыталась скачать, но твое кончилось лето. На улице дубак, ты крикнешь, о май гад. Нет, я не дубак, но читаю как-то так. Школа, фигня! Школа! Так, стоп! Что это такое? Это рэпчик. И ты вот это называешь рэпчиком? А вот это рэпчик. Байфлен Вильдан, ну кто так читает? Тебе не убежать от огня слова рэпа. Ты здесь никто, твой рэп зло. Ставлю тебе два, родителей в школу! Воу! Дорогие друзья, а в конце хотелось бы просто от души спеть. Нет, не надо слов, не надо паники. Подвязаться сейчас, вы это знаете. Нет, не надо слов, без надефанчики. Мы пройдем в полуфинал на Титанике. Команда КВН «Молодая гвардия», а наш Титаник не потонет. Поаплодируем, друзья, молодая гвардия. Лиза, у меня к тебе просьба одна. Можешь по-братски поставить тройку этой команде? За шутку про тотемное животное. Ладно, я шучу, шучу. Поставь им два. Двигаемся дальше, друзья. Средняя образовательная школа номер один, село Шаран. Шаранские бродяги, культовая команда на сцене сейчас будет, друзья. Поаплодируем им! Рано мы, сило ваши мечты. У нас нет пробок и ровные дороги. И рано мы, сило ваши мечты. У нас все ярче, не выступает. Сейчас поем, как Тегерфей. Бум-бум-бум-бум. Поем сейчас, как Титанин. Потом мы танцуем у бара. А сейчас мы как Элфей. Здесь так красиво, я перестаю. А сейчас так Ольга Бузова. Может, точности Бузову не стали показывать? А то мало ли у вас там что-нибудь в ушах лопнет. Здрасте! Сегодня за нас приехал играть хранитель татарских традиций села Шаран, будущий народный артист Республики Башкортостан, сын Фирдуса Тимаева. Встречайте, Ильнас Тимаев! Өздіріп сайры жүрсіз, сайры үзейлердегіне ішеділмей көзден көз. Ты че, у нас же сейчас КВН? Женщины, вы куда идите обратно? Лан, лучше расскажи о себе. Знаешь ли ты Айдара Галимова? Знаю, он мой крестный батя. Крестный батя? Ты че, вообще что ли с приветом? Мы дети Айдара Галимова, все с приветом. Субтитры
Ребята, так нельзя шутить. В этом сезоне мы должны занимать лидирующие позиции. Мы не должны быть какой-то там середнячковой командой. Вы меня поняли? Да. Ей-богу, чувствую себя как тренер ФК УФА. Давайте как-нибудь побольше энтузиазма. Давайте. Начинайте уже. Красиво, я вошла в твою грешную жизнь. Представьте, завуч школы пробуется на должность МС в ночном клубе. А чё не танцуем? Для кого дискотека? Встаём, встаём! О, вы нам не подходите! Это как это не подхожу? А ну иди сюда! Красиво, я вошла в твою грешную жизнь. А мы считаем, что в современных школах урок информатики, не очень так нужен. Это дискета. Mm-hmm. Диск А 3,5. Mm-hmm. Объемом 1,4 мегабайта. Mm-hmm. Вставляем ее в дисковод. Mm-hmm. Ждем. Mm-hmm. Ждем. Mm-hmm. Ждем. Ну ладно, 5 минут отдохните, потом продолжим. И компьютером не подходь. Красиво. Я вошла в твою грешную жизнь. Всем известно, что в каждом классе девочки взрослеют намного быстрее мальчиков. А в наше время это так вообще. Представьте, урок физкультуры в 7-м Б-классе. Маленькие девочки в первый раз влюбляются. Лен, какое у тебя отчество? Олеговна, а что? Ну просто как-то уже неудобно тебя Лен называть. Вы такие маленькие. Лен, а у тебя ж по-любому парень есть, да? Нет, ни отношения сейчас не нужны. Зачем? Я поторопился. Просто если такими темпами все пойдет, скоро сама никому не нужна будешь. Лен, а что ты сегодня школу опоздала? Но у меня проблемы с охранником были. Он меня в школу не пускал. Так значит, в школу вас не пускают, а в мюзик-холл, блин, вас уже пускают. Так, все, хорош базарить. Идите играть в волейбол, мальчики против девочек. А, вы что, издеваетесь, что ли? Красиво, я вошла в твою грешную жизнь. У каждого мальчика наступает момент, когда приходит переходный возраст. Ну чё, Витёк, здорово! Ты кто? А я вот пришел тебе голос ломать. Нет, не надо, не надо, нет! Да ладно, я шучу. На вот тебе усы, но пока что их не брей. А когда можно будет? А вот когда над тобой каждый в школе стебанётся, вот тогда брей. Что, тебе сколько денег на питание дают родители? 500. И ты до сих пор на вейп не накопил? Оф. Ладно, чё как учёба, оценки? 5. Ты чё, лох у меня, что ли? Ну а чё сразу лох-то? А, это что такое? А, это три дороги твоего идиотизма. Знаком. Выбирай, кем ты будешь в течение 4 лет. Рокер, рэпер, хипстер? Не, ну точно не рокер. О, брат, тебе уж 10 лет как не везет. В этом году точно встречу Новый год с друзьями. А это кто? А это твоя Надежда. Так, все, хватит меня нагнетать. Мне завтра рано вставать. К первому уроку. К третьему. Чему? Ну я с твоей мамой буду с утра ссориться. Люди ищут друг друга, пахнут печеньки, творят многие сердца. Дорогие друзья, мы из Шарана. Чтобы вы понимали, ближайший от нас кинотеатр — это мегаполис на улице Менделеева. Уважаемые жюри, в феврале полуфинал, ну а там как бы новые «Мстители» выходят. Хотелось бы еще приехать. Всем спасибо, всем, кто болел за нас, всем спасибо. Так, стоп!
Что за беспонтовая финальная песня? Ну, вообще-то у нас там дальше танец был крутой. Сейчас я спою такую песню, от нее ноги сами в пляс пойдут. Despacito, no respirar tu cuello despacito. Ну а с вами была команда КВН «Шаранские бродяги». Пожалуй, самая романтичная команда. Despacito, quiero respirarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Эх, Матур Малай, какую песню хорошую спел. Поаплодируем, друзья, этой команде. На секундочку хочется отметить, что команде своей по принципу «Шаранские бродяги» больше лет, чем некоторым ее участникам, и это факт. Давайте этому тоже поаплодируем. Друзья, третий блок у нас идет дальше. Следующая команда уже, да, готова, заряжена. Она приехала к нам из города Кумертау, из школы номер 5. Пятки, встретим их аплодисментами. Мы на фестивале, воу, не знаем печаль, вперед и шаляем, жюри уважали. Шутки писали в огнями ночами, вы душу продали, хотели, попали. Мы в четверть финале. Привет, Уфа! А мы к вам не с пустыми руками приехали. Не, ну ты смотри, еще сидит и улыбается. Я говорю, не с пустыми руками приехали. Сумки здоровенные, а кто-то встретить обещал. Косячок. Ребята, давайте посерьезнее. Настал наш час. Какой ваш час? Вы-то кто такие? Мы бременские музыканты. Привет! Hello! Показывайте, что там у вас. У нас песня «Коровы», которую давно не доили. Правите мне тихонько по имени. Какое вымя? Вы в своем уме такое со сцены показывать? Ребят, я тут за кулисами с девочкой познакомился и взял у нее номер. Какой? Сейчас покажем. Команда КВН «Пятки». Школьный юмор основан на реальных событиях. Случай в абсолютно любой школе. Не трогай пианино! Бывают такие города, в которые мы не хотим возвращаться. Итак, представьте, парень уронил монетку в фонтан в городе Кумертау. Блин, да она даже не тонет! Все видели, женщины собирают еду в пакеты. Итак, случилось невозможное. На банкете съели все. И глянет мгла из всех болот и всех тесней, и засвистит веселый крот над бедой парою. Ты запоешь свою тоску. Сейчас в интернете набирают популярность различные видеоблогеры. Итак, представьте, обычный кумертауский батя решил хайпануть с сыном. Всем хай-у-хай! С вами Анвар Крыпченко, 99 и... Владислав Дмитриевич, 1966 года рождения. 24 на 7. 168. Знать такое надо, придурок. Ой!
Здравствуйте, девчонки! Привет, разведенки! Мой братан Тигр! А мой братан Игорь! Я на движе! Я разбираю движки! Я патимейкер! Я тоже безработный! Мы с батей записываем муз! Ну не, очко обычно купит, а к 11 туз! Совсем скоро наступит череда новогодних утренников. Итак, представьте, если бы на таких утренниках говорили только правду. Трудовик, выходи! Юрий Анатольевич, выходи! О, а вот и я. Я шел долго, сквозь пургу. От раздевалки до актового зала. Я пришел сюда, чтобы зажечь нашу елочку. Давайте крикнем вместе. Раз, два, три. Марина Степановна, вилку в розетку воткни! А я пошел на другой утренник. 9-му Б, потому что у них поляна волшебнее, чем у вас. Хо-хо-хо! Мы в Уфе уже второй раз, а вы у нас в Кумертау еще ни разу не были. Ну и везунчики же вы! С вами была команда КВН «Пятки». Еще увидимся, друзья! Другая реальность, другая высота. Под небом хрустальным ты и я. В запутанных мыслях идиоты три дня. Команда КВН «Пятки» из города Кумертау. Поаплодируем ребятам. Друзья, как у вас настроение? Не устали? Давайте поаплодируем тогда погромче. Вот, отлично, замечательно. У нас осталось два юмористических коллектива, которые мы с вами просто обязаны посмотреть. Ну а затем уже будут известны результаты нашей сегодняшней игры. И вот прямо сейчас на нашей школе появится команда, представляющая интересы школы из села Старые Туймазы. Эндорфины. Встретим бурными аплодисментами. Идет игра, для всех команд, она важна. Сила вновь, настынет ночь. Ты КВН, моя любовь. Это всегда факт, мы приезжаем. И все, что наше, мы будем брать. Девочки, вы что с гитарами вышли? Мы же под минус поем. Объяви меня. Казус на рок-концерте. Так, стоп! Вы что, серьезно? Тогда я хочу играть вместо Радмилы. Хватит казусов. Мы начинаем. Спонсор нашего выступления – Туймазинский кирпич. Туймазинский кирпич – 10 лет на дорогах нашего города. Случай в сельской библиотеке. Здравствуйте. Кулер с водой там, туалет там. А можно мне книгу «История села»? О, вот мои 500 рублей. Пока! Хасан и Хусан попали в плен к немцам. Говорите, где ваши люди? Там, нет, там. Подожди, ты про кого спрашиваешь? Про наших или про русских? Если ты про наших, они еще не приехали. Сезон не начался.
Если ты про русских, русские русских не сдают. Так ты же не русский. Там, нет, там. А в Старых Туймазах открыли новую школу современных танцев. Повторяем за мной. Вы запомнили? Потому что второй раз я повторить не смогу, кажется, я сломала ногу. А вы точно профессионал? Деточка моя, просто так про меня такие люди говорить не будут. Нет. Я вижу в этом человеке большой потенциал. Она отличается от многих других. Так, давай шарить свои жизни. Я ты берешь у нее ответ. И все туймазы, у тебя появился папка здесь, все туймазы говорят тебе, ты в танцах. Так это же не вы. Ой, я обрезать забыла. Во время крещенских купаний батюшка утопил свой Мерседес в проруби. Как говорится, Бог дал, Бог взял. Сегодня состоялся товарищеский матч между сборной Аргентины и России. Как Россия готовилась к матчу? Ребята, мы сегодня обязательно выиграем! С чего вы взяли, тренер? Сегодня луна растущая. Тренер, смотрите, что я нашел. Этой футболкой можно соперников пугать. Вот, заговь, красава. Спасибо, тренер, я вчера только постригся. Ребята, мы сегодня просто обязаны победить. Мы должны выложиться на все 100%. Наши соперники – чемпионы мира. Аргентина, Испания. Тренер, а когда мы поверили в себя? И вообще, где... нормальные команды. Армения, Казахстан, Норвегия. Уважаемые друзья, а сейчас про туймазы стали очень много говорить. Из туймазов участница шоу «Танцы». Участница проекта «Холостяк» на ТНТ. И ящур. Умеешь ты все испортить, Нурлан. Уфа, мы надеемся, что и про нас будут говорить. В душе у нас искра, горят наши глаза. Хотим играть всегда, дарить свои сердца. Неважно место нам, нам нужно лишь одно. Доставить радость вам, доставить радость вам. Это этот фильм, он выделяется. Когда на сцене мы из петуи мазы. Спасибо КВН, что нас всех собрал. Спасибо за игру, благодарю. Аплодисменты команде «Эндорфины», друзья, громкие, отлично. Для всех тех людей, кто любит футбол, но сегодня решил выбрать КВН, я торжественно заявляю, что Серхио Кун Агуэро забил на 86-й минуте, Россия проиграла 0-1. Двигаемся дальше, друзья. Да, для матча с Аргентиной это хороший счет. Двигаемся дальше. Завершающее выступление на сегодня. Команда представляет башкирскую гимназию города Агидель. Называется она просто «Зеленка». Под ваши бурнейшие аплодисменты мы их встретим.
конца, давайте уже играть! Фарида, а во что будем играть? В Ромео и Джульетту? Не знаю, не читала. В Отелло и Дездемону? Не знаю, не читала. А чё ты вообще читала? Му-му. Будешь гавкать, утоплю. Влад, не буди во мне стерву, а то она и так по субботам не досыпается. Снова суббота, и мы все рады, началась работа. Но если так подумать, это свобода. И мы летим в кубку, где стонет порода. И прямо в этом зале пусть собьется, пусть собьется. Все душевые энергии, пусть собьется, пусть собой попьется. Итак, мы начинаем. Очень заботливые родители на празднике в детском саду. Наса Таня громко платит. Уронила в яичко. Короче, наша Танюха громко плачет. Раздавила телом мячик. Ну чего ж теперь орать? Надо было меньше жрать. Oh, yeah. Мальчики, вы о чем так мило беседуете? Обо мне? Если мама меня учила быть милой, нервной, культурной, это не значит, что я не врежу ногой, как меня учил папа. Альфина, ты отвратительно себя ведешь. Книгу жалоб дать? Дорогая! Кому-то дорогая, кому-то дочь, кому-то сестра, кому-то подруга, кому-то поперек горла. Горжусь своей универсальностью. Oh, yeah. Судья сажает картошку. Виновен, 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 виновен. Ну все. Приговор больше не будет. Принадлежит этому... Приговор этому больше не принадлежит. Когда ты гуляешь с мамой, бывает и такое. О, Альфина! Привет! Мама, ну идем домой. Ну, мама, ну идем домой. Ну, мама, ну идем домой. Ну, тетя Чулпан, ну идите домой. Ну, мама, ну идем домой. О, нет! В магазине. Молодой человек, вам стоит подсказать? Теорему Пифагора. Не знаю. Годы правления Николая II. Не в курсе. Фотосинтез. Не знаю. Ну что вы тогда со своими вопросами? Что вам подсказать? Что вам подсказать? Да, вот бывает в жизни так. Живешь ты себе спокойно, все у тебя хорошо, но тут встречаешь его. И понеслась. Ноги брей, губы крась. Альфина, а у тебя уже было свидание? Да, у меня было свидание. Я сделала ему романтический ужин, свечи, а после ужина сказала: «Все, теперь ты мой». А он мне: «Сама мой». Короче, весь вечер я посуду мыла. Аж две чашки разбила, вот руку поранила. Дорогие друзья,
В народе говорится, посуда бьется, жди удач. Не плачь, красавица, не плачь, а твою рану мы уже давно обработали. Зеленкой! Меня так... Замечательно, эти ребята из команды КВН «Зеленка». Если вы согласны, давайте им поаплодируем все вместе. Да, я думаю, тут единогласно абсолютно. Друзья, это было завершающее выступление в нашей сегодняшней игре в целом. Поэтому стандартная фраза: все команды на сцену, мы вас ждем. Уважаемые зрители, огромная к вам просьба ради уважения к командам, которые для вас сегодня весь вечер старались. Давайте, пожалуйста, не будем покидать свои места, останемся на них сидеть, досмотрим концерт до конца, а потом уже, как воспитанные люди, пойдем получать свои вещи в гардеробе. Хорошо? Вот я думаю, что на этом мы и договорились. Ну что ж, я думаю, что мы сначала посмотрим оценки за третий блок, затем послушаем слова уже жюри, а потом уже решим, кто у нас проходит по доборам. Да, я помню, Тимур. Кто у нас проходит, возможно, по доборам. А пока что оценки для команд третьего блока четвертьфинала юниор-лиги КВН Республики Башкортостан. Начинала третий блок команда из города Уфа, представляющая ПК «Восход», «Молодая гвардия» и их оценки. Две четверки, остальные пятерки. Две четверки, остальные пятерки у «Молодой гвардии». Далее была команда из села Шаран, «Шаранские бродяги». Одна четверка, остальные пятерки. Двигаемся дальше. Пятка из города Кумертау. Все судьи 5 баллов ровно. Село Старые Туймазы, эндорфины. Четыре четверки, три пятерки. Хорошо. И завершала нашу сегодняшнюю игру команда КВН «Зеленка», Башкирская гимназия, город Агидель. Одна четверка, остальные пятерки. Вот такие вот результаты. Давайте поаплодируем всем участникам сегодняшнего КВН. Они были великолепны. Ну и сейчас, наверное, проясним, расставим некоторые точки над «и» и в целом послушаем наше многоуважаемое, компетентное жюри. Сначала, да, скажу баллы, что же все-таки у нас получилось по факту. Команда КВН «Пятки» из города Кумертау набирает в своем активе 5 баллов ровно. Они проходят в полуфинал напрямую. Команда «Шаранские бродяги» и «Зеленка» набирают по 4,8 балла. Они проходят далее, я так понимаю, да? Или нет? В общем, сейчас все решим, да. «Молодая гвардия» 4,7 балла и «Эндорфины» 4,4 балла. Ну вот уже, а сейчас, собственно, и послушаем, что у нас и как получилось, кто проходит, кто не проходит. Результаты будут чуть позже. Пока что просто слова нашего многоуважаемого компетентного жюри. Начнем мы с кого? Помашите ручкой, пожалуйста. Хорошо, начнем тогда в таком случае с Дмитрия Каретко. Ему громкие аплодисменты. Дима, расскажи, скажи, поделись. Еще раз добрый вечер, уважаемые команды. Очень здорово, что вы приехали издалека, в частности. Я искренне благодарю команду, которая является олицетворением школьного КВН. Это команда из Кумертау, потому что все стереотипы, которые есть в школьном КВН, вы задействовали. Именно поэтому, наверное, были одними из самых смешных. Спасибо большое. Я очень благодарен команде из Белорецка за то, что они продолжили линию 90-х годов, заданную Тимуром Шейхудиновым. Для тех, кто не обратил внимания, он сегодня в образе Богдана Титомира. Тимур, еще раз встань, пожалуйста. Я просто хочу, чтобы оценили твой внешний облик. Да, друзья, вы не знаете, кто такой Богдан Титомир, потому что вам в большинстве своем нет 15 лет. Ну и... Вы знаете, вот есть команда «Молодая гвардия», все классно, мы же с вами давно знакомы. Но, ребят, есть словосочетание, которое нельзя употреблять в том контексте, в котором вы его употребили. Я имею в виду, Андрей, я тебя поддержу, тотемное животное. Вы знаете, скорее всего, вы пройдете, но в следующий раз, вот это, кстати,
Да, и не факт, что вы пройдете. В следующий раз, это, кстати, ко всем полуфиналистам обращение, это может стать такой очень неприятной ложечкой дегтя в этой большой бочке меда. Ну, это такой совет. Спасибо огромное, потрясающая игра. Спасибо большое вам, Дмитрий. Если честно, я-то вроде как бы не обиделся, но просто иногда сидишь, если в зале в качестве зрителя, это иногда режет слух, поэтому особенно, когда слышится от команд, я напоминаю, юниор лиги КВН. Двигаемся дальше. Тимур Абдрашитов, вам слово. В полной тишине просто, в полнейшей вообще. Да-да-да, я давно не был на КВН. Просто у тебя такая борода, все думают, ты Дед Мороз, сейчас подарки начнешь раздавать все. Рано еще. Я просто от раздевалки до сюда долго шел, через бургу, через все дела. Хорошо. Вот. Здравствуйте, команды, также с вами поздороваюсь. Был рад всех вас видеть сегодня, отличный юмор. Я когда увидел список команд, из каких населенных пунктов вы приехали, я понял, что я действительно во всех этих населенных пунктах был, даже в Магинске. Это, ну, это весело, но самая была замечательная поездка в Агидель, когда я подъезжаю к городу Агидель, и мне приходит смс от Мегафона, моего сотового оператора, о том, что, уважаемый абонент, вы покинули территорию России. Я подумал, слава богу, не вселенной. Я понял, что это город веселый, и ждал, когда будет команда КВН, и вот я дождался. Ребята, спасибо вам большое за отличный юмор из города Агиделя. Да, и спасибо всем зрителям за теплую поддержку наших команд. Спасибо. Спасибо большое вам, Тимур. Ох, и помотала же вас жизнь, в стольких населенных пунктах были. Ну, а человек, который говорит прогноз погоды в этих самых населенных пунктах, будет прямо сейчас. Елизавета Юдина, есть слово. Всем еще раз добрый вечер. Хотелось бы выразить огромную благодарность командам, вашим руководителям, которые нашли время с вами заниматься этим прекрасным творческим делом. И хочется вам сказать, чтобы вы это не бросали, потому что у вас это замечательно получается. Двигайтесь вперед дальше в том же направлении. И, конечно же, хочется отметить что те команды, которые приехали из других городов. Спасибо вам вдвойне большое. Огромное спасибо вам. Лиз, всех интересует вопрос. Завтра по погоде что? Будет жарко. Будет жарко? Вот так доверяю вам. Как бы осень на дворе, а завтра будет жарко. Понятно. Все, спасибо вам большое всем. Спасибо большое вам, Елизавета. Рады были вас видеть. Двигаемся дальше. Участник битвы экстрасенсов на ТНТ, бывший участник юниор-лиги КВН Республики Башкортостан. Добрый вечер, дорогие... Никита Турчин! Добрый вечер, дорогие зрители, дорогие участники. Я вам безумно благодарен за сегодняшний отдых, потому что не все же по кладбищу бегать. Я могу сказать, что мне здесь, знаете, такой... письмена некие рун, я думал, вот на самом деле... Магия, магия! Аномалия подъехала просто. Да, на самом деле аномалия. И думал сегодня хоть попытаться что-то предсказать, но на самом деле здесь настолько все непредсказуемо, и нужно понимать, что несмотря на то, что я довольно самокритично к себе отношусь, нужно быть поосторожнее шуточками в мою сторону, потому что магические воздействия могут прилететь со спины. Я всем благодарен, я очень рад. Спасибо большое за отдых, вы все большие молодцы. Удачи вам и всего самого наилучшего. Мне кажется, после этих слов и в целом после этой игры мы все всем залом должны сходить в церковь. Двигаемся дальше. Следующий, да, участник команды КВН Уфа, просто замечательный парень, просто красавчик, хорошо поет, молодец. Все? Замечательный юноша, великолепен, сам по себе, артист, молодец. Рустик Хакимов, встретил аплодисменты. Всем добрый вечер. Знаете, чувствовался легкий мандраж. Сегодня вот я с каждой командой переживал это. Почему-то то слова забывались, то путались, то звукачи там постоянно что-то химичили. Вообще, звукач должен быть самый безразличный человек, он должен вот, абсолютно самый жесткий, чтобы у него руки не тряслись. Ну, понимаешь, да? Нет. Как, ну, как Чечня. Ну. Вот. И... Ну, какая-то. Вот. И выбирайте действительно надежных звукачей, потому что они действительно могут попортить очень хорошо выступление. Ты свои услуги предлагаешь, что ли, или что? Куда мне уже? Старческая. Старческая, да.
Ну, по песням тоже. Я, кстати, хочу сказать ребятам, которые сегодня пели из разряда «Мы команда декоритм». Так, рождается новый хит группы «Тимур». Тихо, ребята. Я хочу сказать, что так делают не только в юниор-лиге. Это может быть и да. Мы играли в такой команде. Мы играли, да, я, собственно, эти ошибки допускал. Вот. И хочу выделить команду, которая мне сегодня очень понравилась. Я вообще люблю эту команду. Это «Шаранские бродяги». Очень, очень... Вот я не знаю, как вы это делаете. В вашем возрасте я не умел так смотреть на шутки, на юмор, так играть не умел. Да вот. И сейчас, собственно. И сейчас. И команда «Зеленка», вот тоже молодцы, можно поаплодировать. Я, опять же, не понимаю. Я работал в лагере вожатым, и там вот бегали такие же маленькие девочки и мальчики. Мы их называли «Горох». Ну, то есть... Горох? Да, ну так вот, рабочее название детей. Рабочее название детей. Прям... Новая какая-то программа для министерства, слушай. Горох, рабочее название для детей. Я сейчас к тому, что вот этих ребят не назвать горох. Они настолько талантливые. Маленькие, вот косявки совсем, но такие талантливые. Давайте еще раз всем поаплодируем. Спасибо большое. Ура, КВН. Ох, расчувствовался старик. Ладно, двигаемся дальше. Вновь участник команды КВН Уфа Дмитрий Хурамшин, наш весельчак Димка. А я объясню, почему, собственно, все команды ему так бурно аплодируют, а в зале такая тишина. Потому что это редактор. Редактор юниор-лиги КВН Республики Башкортостан. Об этом просто обязаны сказать. Давайте ему поаплодируем отдельно за этот концерт. Спасибо. Я на самом деле, ну, командам больше хочу сказать, что... Нет, зрителям о командах хочу сказать, что это очень классно. Ну, все, спасибо. Нет. Команды очень огромную работу совершили, и, пожалуйста, давайте прям им прям вот искренне от души вам туда аплодисменты кинем, чтобы они прям вот, ну, прикольно. Вот. И по мне-то как, когда команда из выступления к выступлению делает все лучше и лучше свое выступление, как-то развивается, сегодня я отметил в этом направлении три команды. Это команда «БТЭЩ», команда из 159-й школы по отдыху, там вот эта вот команда, да? И «Шаран» тоже подскочил. Но и удачи всем командам в любом случае. Ура! Я напоминаю, что Дмитрий Хурамшин — это синоним слова «красноречие» во всех словарях. Мы двигаемся дальше. Председатель нашего жюри Тимур Тахирович Шайхутдинов. Скажите ваше слово, пожалуйста. Не, на самом деле все молодцы. Опять же, спасибо огромное, что приезжаете к нам в Уфу. Имею в виду иногородние команды. Давайте их поаплодируем. Они действительно издалека едут. Кто-то сегодня прям зажег, и кто-то не зажег, видимо. Вот логичная история, да? Мне на самом деле сегодня в пример ставил ведущего Андрея Шаронова Дмитрию. Говорю, Дмитрий, говорю, вот надо вести, как Андрей Шаронов в КВН. Блин. Давайте поаплодируем Андрею Шаронову, классный пацан. Классный пацан? Тебе сколько лет, чтобы ты такие фразочки кидал? Извини, продолжай. Ладно, Дмитрий отличный ведущий. Давайте Дмитрию поаплодируем, он лучше КВН ведет, чем ты. Я вот. Согласен, причем я подписываюсь под этим. Ну, есть разные КВН. Есть детский КВН, есть взрослый КВН. Вот есть Андрей Шаронов, есть Дмитрий Каретко. Разница есть. Вот. Ребят, спасибо раз огромное. Но по традиции надо посвящаться. И у нас есть такой человек из «Зеленки», мальчишка один, который любит петь. Дайте ему микрофон, пускай попоет, а мы решим, кто выиграет. Ой, до кого мы доберем? А вы совещаетесь пока, а потом объявите результат. Да, сейчас кого мы добираем и... О доборах сейчас. Да. Хорошо, собственно, хозяин барина предоставили микрофон мальчику из команды «Зеленка». Я думаю, сейчас... Да-да-да, что-то сейчас включиться должно. А мы, собственно, поддержим аплодисментами, друзья, почему бы нет? Эй! 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 Который раз она роняет печку мячи. Она решила, будто все в жизни плохо, но в кармане плейбер и левое.
там бьют, 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 пусть там бьют, пусть там бьют, сезон танцев открыт, пусть там бьют, пусть там ба-ба-ба бьют, пусть там бьют, пусть там бьют, сезон танцев открыт, пусть там бьют, пусть там ба-ба-ба бьют, самый лучший хит, пусть там бьют, пусть там бьют. Самый лучший хит, пусть там бьет, бит, пусть там бьет. И самый лучший хит, пусть там бьет, бит, пусть там бьет. И самый лучший хит, пусть там, пусть там. Снова суббота, она не рада, потеряла работу. Но если так подумать, это свобода. Она летит туда, где шепчет. Сезон танцев открыт, пусть сам бьет, пусть сам ба-ба-ба бьет, бит, пусть сам бьет, бит, пусть сам бьет, сезон танцев открыт, пусть сам бьет, пусть сам ба-ба-ба бьет, самый лучший хит, пусть сам бьет, бит, пусть сам бьет, самый лучший хит, пусть сам бьет, бит, пусть сам бьет, самый лучший хит, пусть сам бьет, бит, пусть сам бьет, самый лучший хит. Я сейчас точно понял, что среди девчонок у Никиты Турчина появился серьезный конкурент, между прочим. Ну, ключи возьмет. Да, ну а теперь добор. И Тимур, по факту скажи, кто у нас все-таки будет отобран в этап полуфинала? Я могу взять? О-о-о. Вот, я у Турчина украл ключи. Тимур, слушай. Что? Команды, которые... Со мной ничего не случится? Что? От 9 до 40 дней? Блин. Ну ладно, КВН в декабре заканчивается. Вот. Чего? Тимур, давай команду объяви, пожалуйста, которые проходят дальше. Мы все соберемся домой поедем. Нормально, когда жюри шутит, что ты же во всем чистом, а значит все нормально будет. Правильно? Ладно. Вот. Ну сейчас вот ключи покажут. Ладно, все. Друзья, у нас две команды, которые мы точно хотим видеть в полуфинале. Это команда КВН «БТЭЩ». Ага, хорошо. Отметили. И команда КВН «Молодая гвардия». И две команды, которые, как бы мы называем такую историю, как конкурс сценариев. Чтобы, ну, если вдруг ребята справятся, они будут в полуфинале. Если нам покажется, что их выступление не совсем готово, то они там не будут. Это две команды. Это команда КВН «Четыре перца» Белорецк и «Лучшие годы Уфа». Отлично, хорошо. Конкурс сценариев для двух команд «Четыре перца» и «Лучшие годы».
Ну и, собственно, добором прошли Бетеш и Молодая Гвардия. Вот так вот. Да, друзья, а прямо сейчас у нас награждение. Вновь огромная просьба, не расходитесь, пожалуйста, никуда. Мы наградим наших ребяток за то, что они сегодня подарили вам столько-столько эмоций. Диплом вручается участнику четвертьфинала юниор-лиги КВН Республики Башкортостан команде КВН «Зеленка». Диплом участника вновь награждается команде КВН «Шаранские бродяги». Команда «Эндорфины» и их диплом за участие. Команда КВН «Молодая гвардия». Команда, которая по результатам сценария попадает в полуфинал. Четыре перца, грудь голорез. Надеюсь, попадет. Вот как правильнее сказать. Ну и вновь прям в связке идет такой же коллектив, такой же ситуации. Лучшие годы, Уфа. Диплом за участие команде «Бомец», сборная УМК. Село Магинск, слэш, где вы? Уехали, они уехали. Маршрутки до Магинска ходят только до 9. Двигаемся дальше, СОШ номер 2984, Бетеш. Команда КВН «Сборная города Уфа», ой, простите, «Сборная Башкортостана» по отдыху, СОШ номер 159. Город Кумертау. Диплом за участие уезжает туда. Команда «Пятки». А, какое место заняла команда сейчас? Вот это, пошли места. Все, понятно, хорошо. Первое место заняла команда, которая только что получила диплом. Все, давайте поаплодируем, у них и первое место. Двигаемся дальше. В своем блоке, само собой, разумеется. Лицей номер один, город Стерлитамак, команда КВН «Камчатка». Первое место! Также в своем блоке первое место заняла команда «Конфиденциальность», СОШ номер 159. И команда, представляющая город Благовещенск, опять 25, первое место. Ну что ж, друзья, все те, кто участвовал, кто был чуть лучше, получили дипломы. Остальным я предлагаю не расстраиваться, потому что все еще у вас впереди. Спасибо вам большое, что этот замечательный, прекрасный субботний вечер вы разделили вместе с нами. Это был КВН, 1/4 юниор-лиги Республики Башкортостан. До новых встреч! Пока-пока, друзья!